повзрослеть и стать успешной и серьезной. И скоро 18 лет придут нечаянно без спроса. Планы в головке у нее размера маленькой вселенной. Крутая тачка и дом, любимый парень самый верный. Ну хватит детства в сторону, игрушки, туфли вместо кеды. Все серьезно и кому-то стоит, похоже, взрослеть. И к 25 уже должно быть ровно все и гладко. Помогать, если будут нуждаться мама и папа. Найти работу и забраться по карьерной лестнице под небо. Книгу купила по мотивации Карнеги. Перед сном в постели лежа представляет с восторгом светлое будущее. Это маленькая фантазерка. Она считала, что 18 это так много. Морщинки, стоя перед зеркалом, она считала, что 18 это так много. И она вся такая взрослая и опытная женщина. А годы шли и все терялось. Она искусно притворялась, то, что все идет как надо. Ошибки списывала все на опыт. С утра вставала, чтоб пойти на нелюбимую работу. Ей бы того, с кем беззаботно просто гулять, держась за руку, улыбаясь, как подросток. И прекратить все эти игры в карьеристку до ночи, где она не босса, всего лишь марионетка на веревочке. Не плакала, чтобы доказать свою силу кому-то. Не вытереть слез, когда они льются вовнутрь. И прячу под пудрой те самые надоевшие морщинки. Скучала в московских пробках за рулем своей машинки. Зажатая между хаммером и кузаком, злясь на саму себя, давила бесполезно на клаксон. То ли с улыбкой, то ли со слезами, вспоминая время, когда это хотелось повзрослеть поскорее. Она считала, что 18 это так много. Искала морщинки, стоя перед зеркалом. Она считала, что 18